Вот так. Очень скучаю. Попов, у вас был тренер, и он повел с собой еще... Да, Польгуева Саша пошел вместе с ним. Он его не звал, он сам пошел. Это и ученик, да? Да, они вместе тренировались, дружили, вместе ходили в спортзал. Он его учил, так чего, что он умел. Да. А вместе с Сашей Польгуевым. Пошли вместе и вместе погибли. Вместе погибли, да. В суде что вам пришлось испытать, чтобы доказать, что ваш муж погиб в зоне боевых действий, а не просто так где-то в бытовой ситуации? Мы встретились ситуации. С судьей, с которым, которые не очень рады были тому, что мы пришли изначально. На первое заседание просто отложили его по причине того, что не пришла какая-то социальная служба. Хотя она как бы не была заинтересована в этот момент. Не должна была отвечать, потому что мы добивались того, что он погиб на территории антитеррористической операции, участвуя в боевых действиях. Но социальная служба тут никак не участвует. Но тем не менее отложили на следующее заседание. Уже аж на следующее приняли решение. Не знаю. О судах я могу сказать, что, мне кажется, они еще не очень понимают, как надо правильно это все делать.